Ну теперь давай остановимся на блузе Симоны. Ну давай твой образ, конечно, рассматривать полностью. Действительно, это идеальное попадание. Сегодня блуза Симона и наши юбки Фебы. И очень хочется сказать огромное спасибо конструкторскому бюро Елене Богдановой за то, что она действительно создает такие уникальные предложения для нас, когда мы можем сочетать и верх, и низ. Вот как это удается, Лера? Расскажи вот бренд Буларичи. Я тебе больше скажу. Вот у тебя, например, бежевая юбка в сочетании с этой блузой. На Марине мы с вами видели бирюзовую юбку в сочетании с этой блузой. Вот она, посмотрите, наша красавица на подиуме сейчас. Ну, а я вам могу предложить, пожалуй, самый нарядный вариант. Белую юбку, конечно, мы тоже можем сочетать с этой блузой. Представляете, какой у вас получается простор для фантазии. Любой образ абсолютно. Забирайте блузы Симона сегодня для вас в размерах от 48 до 58. Ну, давайте сразу перейдем к ткани. Такой комфорт сегодня я в ней испытываю. Что, в чем секрет? Ты знаешь, мне хочется сначала прямо вот поговорить о фактуре. Да, очень вообще интересно. Издалека, я думаю, вам тоже показалось, что это хлопковое шитье. Правда же? Вот обычно так называется. Вообще называется это кружево Ришелье по-французски, да, вот такое у него происхождение. Но мы с вами привыкли называть это шитьем. И посмотрите, выглядит действительно очень похоже, абсолютно имитирует фактуру. Но хлопок, как мы с вами знаем, не тянется. А вот наша блуза тянется прекрасно. Здесь у нас с вами вискозное кружево, вискозно-трикотажное, точнее, именно за счет чего получается вот такая у нас с вами эластичность. А значит, сядет на любую фигуру, а значит, это идеальное решение для дистанционной покупки. Положите в свою корзинку блузу Симона. Я, например, сегодня точно ее оставлю для себя. Действительно, во-первых, это Ришелье. Французский, да, хочется сказать, да. А во-вторых, ну невероятный комфорт. Вот смотри, Лер, белый цвет как освежает. Белый вообще всем идет, я вам должна сказать. Ну и, кстати, посмотрите, если вы выбрали, например, как я, синие брючки, видите, как расположен принт? И вот посмотрите, как хорошо сочетается. Переход. Да, да, темно-синий с темно-синими брюками. Вот вам еще один идеальный ансамбль, более нарядный. Прямо сейчас сделайте свой бесплатный звонок и оформите свой заказ. Все предельно просто, оплата только при получении на почте. А вот если вы никогда еще не делали заказов на нашем телеканале, начните с брендового предложения блузы Симона. Выбирайте для себя эту блузу размер в размер. Это абсолютно четкая рекомендация благодаря эластичности материала и, конечно же, идеальной посадке. Но не будем забывать, бренд Ларичи – это российский бренд, это российская размерная сетка и абсолютное соответствие ГОСТу. Поэтому совершенно смело такую блузу мы выбираем с вами размер в размер, свой российский, нам с вами привычный. Ну и, конечно же, обратите внимание еще на какую хитрость. Лен, вот я все время люблю говорить про принт. Здесь он у нас купонный. Какой-то как купонный видишь, называется, да? Да, купонный принт – это когда неоднородная, ну, заливка, скажем так, да? А вот когда есть акценты. Ты видишь, какая здесь хитрость? Ты видишь, как у нас показано с тобой, как у нас с тобой расположен принт? По нижней части у нас затемнение, а это, соответственно, ко всему, конечно же, стройность нашей талии, наших бедер, наши бока мы здесь с вами скрываем. Вот такая хитрость, казалось бы, маленькая деталь, но именно она играет на нашу стройность. И все это опять конструкторское бюро бренда Ларичи. Действительно, сегодня хочется вам аплодировать. Спасибо вам за то, что делаете нас лучше, за то, что делаете нас красивее. Блуза Симона сегодня от бренда Ларичи. Дозвонитесь прямо сейчас. Украсьте себя кружевом, украсьте себя расцветками, ну и, конечно, подчеркните все свои достоинства. Лера, а как мы будем вот ухаживать за такой тканью? Ты знаешь, вообще этот материал можно стирать. Причем стирать его можно, в общем-то, даже в стиральной машине. Но лучше это делать на деликатном режиме или вот в специальном мешочке, например, там для стирки. И, конечно же, на деликатном режиме. Ну и температурный режим 30-40 градусов мы здесь выставляем с вами. Это получается абсолютно комфортная температура для ухода за такой тканью. Ну, то есть, в принципе, ничего особого нет. Нет. Все абсолютно просто, так же просто, как и легко оформить наш заказ. Вам нужно всего лишь дозвониться по нашему бесплатному номеру. Наши операторы ждут вашего звонка, они вам ответят и с удовольствием помогут в оформлении заказа. Все оплаты только при получении на почте. Плюс у вас будет 15 дней на раздумье, но я уверена, что с этой блузой вы не захотите расставаться никогда. Скажи, пожалуйста, а вот зимой можно носить? Ну, разумеется. Вообще, ты знаешь, ты такую блузу, Лен, можешь вот как базовую использовать. Что это значит? Ты ее сейчас носишь как полноценную блузу, да, летом, конечно же. Ну, а весной, зимой, осенью, в общем-то, в любое время года ты можешь с
сверху накинуть жакет, причем жакет можешь выбирать любого из цветов, которые есть на этой блузе. Также, кстати, как и подбирать низ. Вот, например, появилась на подиуме наша Катюша, добавила брюки цвета брусника, которые отлично совпадают с цветовой гаммой нашей блузы. Смотрите, какой получился элегантный и красивый образ. И, кстати, сразу вам должна сказать и развеять миф про то, что белая полнит. 54 размер носит наша Катя. Вот она, хитрость правильных блуз. Между прочим, кстати, нам подсказывают, что 54 размер уже заканчивается. Если у вас именно такой размер, то поторопитесь дозвониться прямо сейчас. Вообще размерная линейка у нас от 48 до 58. Звоните, забирайте свои размеры, звонки бесплатные. Мне очень нравится, как эта блуза сидит на фигуре. Действительно, она делает образ изящным. Лера, подскажи, пожалуйста, как подобрать размер? Мы выбираем с вами блузу размер в размер для себя. Эластичный трикотаж. У нас с вами отличная посадка по фигуре, за счет чего четко свой российский размер. Если вам понравился этот лот, запишите его номер 00281-1264, потому что, может быть, колл-центр перегружен, звонков очень много. Ожидайте на линии. Операторы обязательно вам ответят на все ваши вопросы и помогут легко и быстро оформить заказ. Дозванивайтесь, забирайте свое кружевное чудо.